Я не всех вижу еще. Луганск опять где-то за границей. Сюда иди. Кто еще есть? Все? Ну не все, давайте еще сюда сходите. Просто так. Бегом. Здесь я подумаю, ты чувствуешь, да? Что кондиционер. Вы думаете, я ваш? Что дуло как? Ну сюда идите скорее, ребят. Иди сюда. Да. Все, да? Да. Смотрите, передадите кому-нибудь. Меня послушайте внимательно. Первый, второй, третий ряд занят. Потому что понаехало такое количество гостей, в том числе зарубежных. Самых главных фестивалей, какие только есть мира. Самых главных продюсеров и артистов. Это правда. Вы сейчас, когда откроется занавес, увидите там Иосифа Кобзона. И мэра Сочи. И всех президентов всех фестивалей в мире, какие только есть. И Монте-Карло. Тихо. И Монте-Карло, и Латино, и Фигерос, и в Америке, и в Канаде, и все. Поэтому я вас очень прошу, смотрите, во-первых, мы с вами сделаем такое начало, как мы делали никогда, да, так, чтобы они все прям вместе с нами. Это мы раз. Мы 8 раз будете перешагивать. Конечно, а как вот нет? То просто некоторые делают 4 и идут вперед. Ну, правильно, раз, 8 два, раз мы делаем. 3, 4, 5, 6, 7. Да, да. Все, договорились? Кто-то считает, что сходить это 4 раза, а ты считаешь вот так. 8, хорошо. Еще не все пока, я скажу. Потом, вы помните, будет вручение призов. Помните? Потом мы должны сделать финал и спеть песню про цирк, правильно? Так вот, мест в первых рядах нет. Поэтому мы садимся с вами на первую ступеньку очень тесно. Перед мэром, перед Кобзоном, перед всеми. Вот там ступенечки, ты говоришь. Помните, да? На полу. Вот на полу мы с вами их занимаем, эти ступеньки. И очень внимательно все смотрим, потому что мы сделали с вами настоящее, очень короткое шоу. И я думаю, всем будет интересно, и прыгать, и бегать не будем. Договорились? Да. А сейчас как следует? Зажжем. Да? Да. Встанем. Весь зал вообще. Давай. Ну и, в общем, не пупа, не пират, это всегда. И уверен в том, что это только хорошо. Наш город
является столицей туристической нашей страны. Мы олимпийская столица нашей Родины. И, конечно, мы место, где проводится многочисленное количество событийных мероприятий. И это здорово, потому что со всей России наши туристы имеют возможность посмотреть на то, чего никогда не увидят в своих малых городах. И поэтому огромное спасибо всем тем, кто являлся организатором данных дней. Это действительно для наших сочинцев, гостей города, это праздник цирка. И дай Бог, чтобы таких праздников в наших российских городах было все больше и больше. Спасибо вам! Ну раз мы говорим спасибо, я бы хотел спасибо сказать мэру города Сочи и всей администрации. Такой крутой работы я нигде не встречал. И в прошлом году, и в этом году. И вы знаете, в прошлом году были стихийные бедствия, в этом году немножко так нас заливало. И это никак, абсолютно никак не сказалось на организацию проведения. Спасибо большое всем службам, милиции, коммунальным службам, городской администрации. Всем-всем большое спасибо, большой поклон, потому что такой поддержки, еще раз говорю, мы не встречали нигде. И когда мы принимали решение в прошлом году, где провести этот фестиваль наш большой, мы, конечно, обратили внимание на город Сочи. Ну, во-первых, здесь замечательный цирк, во-вторых, горы, в-третьих, море, в-четвертых, солнце, в-пятых, вино. А на самом деле, в первую очередь, это замечательные люди, которые живут на этой земле. И это все создает вот ту атмосферу, без которой не может быть успешный фестиваль. Фестиваль делается именно за это. И еще, давайте вот похлопаем все вместе, поаплодируем нашим юным участникам, нашим деткам. Они все победители. Они все уже, я вам сейчас расскажу, сюда приехали уже лучшие из своих регионов. Они уже прошли первоначальную стадию отбора. Ирина Владимировна, да? Так же это было. Вот, прошли стадию подмастерья. И вот сейчас вышли в стадию мастеров. И я уверен, что через несколько лет, совсем недалеко отсюда, многим из этих детишек мы вручим уже взрослую премию мастера. И еще огромное спасибо нашему жюри, Олег Константинович, вам. Спасибо вам большое, что вы приехали в прошлом году, а в этом году приняли наше предложение возглавить вот этот жюри детского конкурса. Я не знаю, на каком другом цирковом фестивале было такое крутое жюри. Все перечислять не буду, но всем огромное спасибо. Большое вам спасибо за работу. У вас было очень сложно. Очень много участников. Вы проделали огромную работу. И еще раз, с праздником цирка. Даешь Сочи, даешь цирк. Спасибо. Все, побор, сеньоры, сеньоры, и вот так, 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 и вот так,
в зале куча, просто хватит по слову огромное количество почетных гостей. Я хочу просто представить некоторых из них. Давайте дружно поаплодируем известнейший продюсер и руководитель известнейшего итальянского фестиваля Фабио Мантико из Италии к нам приехал. Ну и, конечно, продолжим. Thank you.
продюсер известнейшего цирка в России. Королевского цирка Гира. Заслуженный артист Грузии Гира. Сегодня у нас гостяк. Спасибо тебе. Мы можем продолжить? У меня у одного ощущение, что зрители пришли на партийное собрание сегодня. Вы в цирке, друзья! Это цирк! Спасибо. We'll be right back.
студия «Баркан», город Ейск. Thank you.
Александр, ваше впечатление о первом отделении? Первое впечатление... я вообще люблю цирк. Да ладно. И люблю детей. В цирке. Вот. Я думаю, полное впечатление будет после второго отделения. Хорошо. Это важно, потому что нельзя как бы кухню определять только после, ну, после первого блюда. Поэтому я хочу получить и десерт. Вы хотите съесть все целиком? Да. Потребить. Хорошо. Приятная атмосфера, замечательно. Да.